Привет, друзья! С вами Макарун, и мы начинаем делать новый ножик Scorpion Knife в скине Морской Глаз. Поехали! Печатаем шаблончик, ссылочка будет в описании. Закрепляем 4 листа бумаги и вырезаем. Получаются у нас вот такие вот 4 детальки, но это всего лишь шаблончики. Мы берем алюминиевую банку, вырезаем ненужные части, разравниваем ровную часть и на ней отмечаем наш шаблончик. Обводить желательно перманентным маркером, чтобы он оставался на банке. У банки ровно вырезаем только лезвие, остальное можно чуть-чуть скоротать. Наждачной бумагой мы стираем краску, это довольно-таки сделать просто. Далее у одного из шаблончика мы отступаем пару миллиметров от слоя бумаги и вырезаем этот маленький отрезочек. Проверяем, чтобы алюминиевая банка на лезвии была видна идеально. Сгибаем 2 листа А4 пополам. Next step — это у нас обводка нашего шаблончика, на котором мы отрезали небольшую часть лезвия. Теперь мы соединяем все скрепками и вырезаем. У нас получаются вот такие вот 4 детальки, которые мы делим по парам. Далее склеиваем каждую пару. И склеиваем эти все детали между собой с помощью клея-момента. Максимальную аккуратность соблюдайте при склейке лезвия, потому что там должно выглядеть все аккуратно, остальное можно будет подровнять. Итак, вот основа готова, дальше мы будем двигаться быстрее. Обводим наш шаблончик на бумаге. Отступаем пару миллиметров с одной и с другой стороны лезвия и вырезаем. Лист также состоит из 2 листа бумаги, сложенных пополам, то есть 4 слоя, с которых мы склеиваем по парам, как в прошлый раз. Получается, склеиваем 2 слоя с одной стороны и 2 слоя с другой. И делаем так лесенкой. Чтобы дело пошло быстрее, можно выводить это все на одном шаблоне. Отступать пару миллиметров, выводить, отрезать, копировать и так постепенно снимать с него этот слой, пока не будет как на нашем ноже из стендоффа. Вот такая вот у нас лесенка получается. Не забывайте делать все по парам с одной и с другой стороны. Продолжаем это делать до нашего финального рельефа на ноже. Далее мы отправляем его сушиться, ставя на него какие-нибудь книжки. Достаем наш ножик. Сглаживаем наждачкой заточку. Далее делаем раствор для заточки, берем клей ПВА и соду, смешиваем один к одному, то есть 1 ложка ПВА и 1 ложка соды, или 3 ложки ПВА и 3 ложки соды, перемешиваем это до однородной массы. Now
должно получиться как тесто такое. Далее берем это и наносим на наш ножик, а точнее на заточку. Делаем это очень тонким слоем. Далее всю эту косметику, всю эту штукатурку мы удаляем с нашей алюминиевой банки и оставляем высыхать, смотря, чтобы наше лезвие не соприкасалось с поверхностью. Ну а после высыхания мы первым делом наждачим, вторым делом берем напильнички и подравниваем. А мы стачиваем все под углом, осторожненько, гладенько. В общем, делаем так, чтобы было как на оригинале. Также подравниваем боковые грани. Ну, как бы почти все, но мы продолжаем. Let's go, let's get it. Уже на другом шаблончике мы отступаем пару миллиметров, делаем ручку, вырезаем ее. Далее мне понадобился небольшой брусок дерева, точнее толщиной 5 миллиметров. Обводим дважды ручку. Вы можете использовать любые материалы, к примеру, бумагу, картон, пенопропилен, фанеру. Просто берете, вырезаете, сглаживаете и все. Обрабатываем наше дерево наждачкой, надфилями и так далее. На боковых гранях надфилем проделываем такие элементы. Покрываем краской наши ручки, светло-серую используйте, ребятки. Я красил акриловым, можете гуашью, чем вам угодно, но я брал акрил. Далее под музычку смотрите, как делать тот самый переход от синего к черному. Ну и делайте, вперед! Setting fire to it all. You know these flames ain't going out. This building is crumbling to the ground. Don't think that we can stop it now. 'Cause baby, our love is gonna burn down. Теперь убираем краску с лезвия. Приклеиваем ручки к нашему ножу. Закрепляем резинками примерно на 10 минут. Достаем из карманов пайетки, красим их в черный цвет благодаря черному перманентному маркеру. Помечаем равные расстояния на ручке, приклеиваем суперклеем наши пайетки с одной и с другой стороны. Следите за тем, чтобы все было симметрично, поэтому помечайте, как я. Просверливаем отверстие. Теперь это же отверстие сверлом побольше. Делаем более гладкое отверстие.
покрываем лаком наш Скорпион и поехали далее, пацаны.